Дорогие друзья, как всегда, наш канал в эпицентре событий. А события в наше неспокойное время происходят не только хорошие, положительные, приятные или добрые. Но и все чаще совсем наоборот. Что же произошло? Произошел бунт в одесской тюрьме. Колония номер 51 на Черноморской дороге в Одессе. Сбунтовались заключенные, подожгли тюрьму, вот работают пожарные. Сбунтовались, обезоружили охрану. Забаррикадировались. Очень много сбежало. Точное число неизвестно. Известно, что уже поймали к настоящему времени 5 или 6 человек. За кладбищем находится... У нас тут веселое место вообще-то. Черноморская дорога, как известно, если ехать с Черемушек и Таирова в сторону ЖД вокзала, то справа находится тюрьма, а через дорогу слева второе христианское кладбище. Хорошие соседи, хорошие друзья. Так вот, вокруг кладбища частный сектор. Очень много сбежавших спрятались в частном секторе. Сейчас все прочесывают, ищут. Милиция с собакой обещала быть. Уже есть. Ну и что же происходит, дорогие друзья, вы сами все видите. Мы внутри периметра, оцепленного красно-белой лентой, в зоне VIP, в зоне доступа только для сотрудников, работников, ну и только ведущие СМИ, и то их что-то не видно. Могут здесь находиться.